Всем привет! Добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков, и мы начинаем новый 2018 год. Всем привет с побережья Индийского океана. Я понимаю, что многие наши подписчики и многие мои зрители сейчас находятся в состоянии, когда им кажется, что ситуация безвыходная. Непонятно, что делать с мужем, непонятно, что делать с женой, непонятно, что делать с работой, с будущим и так далее. Но я хочу вам сказать, что все это преодолимо. Абсолютное большинство ситуаций, которые вам кажутся неразрешимыми, где вам кажется, что будущего нету, что у вас были лучшие годы вашей жизни, оно прошло, это иллюзия. Ребята, лучшие годы жизни – это те, которые есть сейчас. Никогда не жалейте о том, что было или о том, что случилось. Двигайтесь всегда вперед. Все самое лучшее ждет вас только впереди. Не цепляйтесь за прошлое, не цепляйтесь за то, к чему вы привыкли. Смело и двигайтесь вперед, и вы откроете новые горизонты. Успехов вам! За моей спиной Индийский океан, и я бы хотел сказать пару слов тем ребятам, которые только начинают свою терапию, и для тех, кто продолжает свою терапию. Большинству из вас кажется, что все сломалось. Сломалось в голове, сломалось в сердце, сломалось еще где-то. Ребята, ничего не ломалось. У вас абсолютно все хорошо с организмом. То, как вы себя чувствуете, это последствия эмоционального расстройства. Это последствия очень сильной тревоги, очень сильного напряжения, очень сильной астении. Связано это расстройство, это состояние только лишь тем, что вы находитесь в эмоционально дисбалансированном состоянии. Единственный способ вернуть вам качество жизни – это применить новую форму мышления и применить новую форму эмоционального отношения к текущим жизненным событиям. Конечно, сначала надо справиться и с паникой, и с агорафобией, и с технологией по работе с обсессивным компульсивным расстройством. Конечно же. Поэтому 8-й сезон уже начался. Уже начался набор. Очень внимательно посмотрите сайт krasikov-online.rf. Мы расписали большую объем программы, чем он был раньше. Я включил большую тренинговую часть, большую коучинговую часть. И в основном этот упор сделан на 8-м сезоне, сделан на практику когнитивной терапии. Я приглашаю всех желающих, кто хочет действительно работать над собственным неврозом. Не просто над панической атакой или не просто над агорафобией, а справляться с реальным эмоциональным состоянием. Принимать новые решения. Принимать решения, которые, может быть, многие лет вы не могли принять. Научиться реагировать более качественно на обстоятельства. Научиться меньше требовать от окружающих и не беситься, не злиться, не сильно не переживать. Вы не станете, конечно же, роботом, конечно же, нет. Вы сможете реагировать более качественно, вы сможете реагировать более эмоционально зрело, вы сможете путешествовать, принимать решения, знакомиться с людьми, пробовать разную еду. Я очень хочу помочь вам, чтобы вы обрели свободу, свободу от невроза, свободу от собственных зависимостей эмоциональных, прежде всего, свободу от мнение окружающих, свободу от того, что сковывало вас все эти годы. Конечно же, вам придется нелегко, и вам придется применять новую форму мышления и новую форму поведения. Никто не говорил, что это легко, ребята. Вы всю жизнь исповедовали одну и ту же философию, которая привела вас, к сожалению, к эмоциональному расстройству. Нам не интересны ваши симптомы. Большинство из вас считают, что зачем мне онлайн-тренинг, потому что мой случай уникальный, мне нужно с ним поговорить онлайн, очно. Я хочу ответить ребятам, которые так считают. На самом деле вы заблуждаетесь. Объясню почему. Как бы вы ни пожаловались, и что бы у вас ни было, ОКР, депрессия, паническое расстройство, ОКР и так далее, я бы все равно вам сказал, даже если мы поймем за час, за два причину, это ваше эмоциональное реагирование, все равно я скажу, надо заниматься когнитивно-поведенческой терапией. Поэтому я вам советую сэкономить кучу денег. Просто кучу денег. Потому что если вы придете с нуля на мои персональные онлайн занятия по скайпу, вы будете платить 4500 в час. Я скажу, надо заниматься когнитивно-поведенческой терапией, нам нужно занятие хотя бы 8-10 для того, чтобы научить вас многим вещам. Вы скажете, окей, и вы заплатите 45000. А я вам предлагаю пройти 10 занятий по 2,5 часа, это 22,5 часа за 5 в среднем 1000 рублей. Разницы технологично нету никакой, а скорее всего гораздо более полно. А персональные занятия нужны тогда, когда вы сможете обладать уже той
технологии, которые я вам готов объяснить достаточно доступно, за доступные деньги. Поэтому все, кто хочет работать над ВСД, над неврозом, со мной онлайн или не со мной онлайн, я вас приглашаю на 8-й сезон. Копии будут вам высланы, вы сможете их пересматривать. Но дело даже не в копиях, а дело в том, что действуя шаг за шагом на 8-м сезоне, вы сможете справиться с вашими невротическими реакциями. Выбор за вами. Мы начинаем 8-й сезон уже очень-очень скоро. Хочу обратить еще ваше внимание. Очень много людей оплачивают в самом конце. Это большая ошибка. До 12 января самая маленькая цена на онлайн-тренинг. К тому же, кто был на стрессоустойчивости 3.0, имеет большую скидку. Позвоните Павлу по телефону 8 800 550 59 66, он вам расскажет. Жители Украины имеют большую скидку, как я и анонсировал. Мы теперь сделали так, что жители Украины имеют большую скидку на все продукты компании «Невроза Мегаполиса» и вашего покорного слуги, потому что мы заботимся о наших соседях, мы заботимся об их эмоциональном состоянии и знаем экономическую ситуацию. После 12 января стоимость будет 5 500 рублей. Сейчас она гораздо меньше, учитывая еще вашу скидку. После 20 января будет стоимость еще больше, а к февралю стоимость достигнет 10 000 рублей за 8-й сезон. Поэтому не тормозите. Я вас искренне прошу, не надо платить по десятке, по 15 тысяч за онлайн-тренинг, когда вы можете заплатить 4. Поэтому приходите онлайн. Если вы будете в другом часовом поясе, смотрите копии, повторяйте. Каждый день делайте те интеграции, те упражнения, ведите работу над собой. И 2 раза в неделю мы будем видеться. 5 часов в неделю мы будем с вами заниматься. 5 часов в неделю, 2 занятия по 2,5 часа по понедельникам и четвергам в 8:00 по Москве. Я сделаю все от меня зависящее. Я сейчас набираю сил на побережье Индийского океана на острове Бали. Я прилечу заряженным по полной программе, и 8-й сезон будет просто разрывным в этом смысле, поэтому я рекомендую вам воспользоваться этой возможностью. Увидимся на онлайн-занятиях. Ваш Алексей Красиков, канал «Невроза Мегаполиса». Скидки для Украины есть. До 12 числа самая низкая цена есть. Все сказал. Мне осталось только приехать и начать работать, а вам осталось позвонить Павлу, записаться на занятия, оплатить курс и ждать начала. До встречи, увидимся, пока.